Добрый день, меня зовут Пелевин Татьяна, я представляю компанию Quadriline. К нам не так давно обратилась компания ООО «Эватор ОФДМ». Она предоставляет услуги по обработке и передаче информации о совершенных денежных расчетах в режиме реального времени. Поскольку клиент может выбирать условия оплаты сервиса ежедневные, месячные или квартальные, понадобились провести доработки 1С «Бухгалтерия 8 Корп», чтобы автоматизировать отношения с контрагентами, индивидуальные условия сотрудничества, управление денежными операциями и контроль за должности. За помощью обратились в нашу компанию ООО Quadriline, чтобы специалисты провели программные работы и организовали работу менеджеров Эватор ОФДМ. Раньше все операции выполнялись вручную. Модернизация 1С бухгалтерия 8 Corp должна была автоматизировать дело производства. Опишу качественные изменения системы. Создали клиентскую базу на основе заключенных договоров, внесли личную информацию по каждому клиенту, юридические данные, банковские реквизиты и прочее. Разработали готовые шаблоны по разным тарифным планам для быстрого заключения контракта с ООО «Эватор ОФДМ». Документация, условия оплаты, контроль выполнения. Автоматизировали проверку данных о банковских транзакциях по расчетному счету нашей компании через онлайн-сервис 1С. Настроили программный контроль за оплатой услуг клиентами согласно установленным условиям, размеры выплат, график поступления денег. Систематизировали выявление должников по договорам непосредственно в программе 1С «Бухгалтерия 8 Corp». Менеджеру доступен автоматический поиск задолженности. Компания «Эватор ОФДЭ» осталась благодарна нашей команде Quadriline за автоматизацию бизнес-процесса. В результате сотрудникам доступны более удобные инструменты работы с программой